Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщили в Театре сатиры, в котором служила актриса. Наш театр постигло большое горе, не стало Веры Кузьминишны Васильевой, нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей, сообщили в театре в среду. Там сказали, что о дате прощания будет объявлено дополнительно. Народной артистке СССР было 97 лет. Дурная новость ошарашила близких и коллег звезды кино и театра. Поначалу никто не раскрывал подробности ухода Васильевой. Позже на связь вышла ее крестница Дарья Милославская. Она рассказала журналистам, что происходило с актрисой перед смертью. Последние дни Вера Кузьминишна провела с дочерью и внучкой на подмосковной даче. Беды ничто не предвещало, призналась Дарья. 3 дня назад Васильева чувствовала себя вполне сносно, выходила в сад, сидела на качелях. Но в ночь на 9 августа актрисе внезапно стало плохо. Возможно, на состояние звезды повлияла сильная жара. Не исключено, что ударом для Васильевой стала и смерть подруги. Накануне, 8 августа, стало известно, что актриса Юлия Борисова скончалась в 98 лет. Когда приятельница уже лежала в клинике, Вера Кузьминишна звонила ее родственникам, спрашивала, как ее самочувствие. Они как сговорились уйти одна за одной, призналась плачущая крестница Васильевой. Прощание с актрисой, по предварительной информации, состоится 12 августа. Время пока не названо. В Театре сатиры, которому артистка посвятила много лет, готовится к траурной церемонии.